Всем здорово, с вами Фанни. Новая потасовка вышла, и по традиции мы ее тестируем двумя победами. И заодно дейлик выполним. Вот такая вот колодка. А, суть потасовки. Что с самого начала игры у вас 10 кристаллов маны. Ну это, конечно, имбово, ну блин. Который, какой я нуб, так это вообще, у меня же карт мало. Вообще нубасиком там. Я, правда, на изи сейчас там поздавалась половина. Как обычно, в принципе. Как обычно. Ангуи и Удар. Сейчас он мне покажет, кто здесь хозяин. Ну, хоть первый ход дарует мне победу. Давай, мы уберем эти две карты. Реально не нужны. Майн контроль бы хотелось бы получить. Эта сумка тоже не знает, что вы исправите. Что же, что? Согласен. Он посмел. Это вообще нереально сильно. С тобой не бедно сильно. Это Тирион Фордринг. И тут он такой ставит большое существо, я такой майн контроль. Заюзал. И все. А? Дай мне подумать. Да ладно, да ты шутишь. Да ну. Что приказать? Да, уже убиться не будет. Что у тебя тут есть? Бред! Десять, мать его, тринадцать. Вот это я понимаю, извин, по ходу дела. Ой, там я знаю, кажется, что там у него. Что хорошишься? Да что он такое сказал, а? Что мне не уйти. Что он, короче, тормозит сильно. Мы его на этом ловим, да и дрыщем. В принципе, все законно. Ну и похоже. Просто изи вин. Изи. Изи. Блин. Еще одна победа и, в принципе, все. Ну так погнали, в принципе. Что очень, очень маленькие выпуски, я постараюсь побольше снимать хардстоуны, а то очень маленькие выпуски какие-то. И у меня тираж интента очень маленький. Там Айс Фрог потеет целыми днями, а я тут прохлаждаюсь. Антуин! И... Вот так сейчас Антуин! Вы видите моего выражения лица и свет то, что я показываю. Ну, вот так сейчас, ну, вот так. Свет опалит тебя! Ну шо, ну шо тут делать? Тут надо оставлять... Все кроме вот этого. Кто уж не знает, что вы справите. Да и кто не знает, что вы его справите. Я понял, что это за гниль. Ну, короче, сделаем вот так. Короче, если сейчас он ее забили. Трепещи перед мощью Штормграда! Ну
Мы, короче, сейчас по мастерски просто поездят. Сейчас так. И все, и все. И у нас теперь все просто в шоколаде. Ой-ой-ой-ой. Я с этим я знаю, как разобраться. Что-то все на иличах идет. Нет, друзья, давайте тогда еще одну игру. Ну что это? Что это за бред? Это какая-то дичь. Давайте заново создадим колоду, короче. Такую колодку. А. Давайте все. Кто это будет? Кто это? Давай. Пал. Это будет пал. Один. Ну что, тут надо око за око брать. Смирение. Карты забор. Ой-ой-ой-ой. Смотрите, вот видите. Какое у меня говнище тут. Это катка до поражения или победы. Мы уже так же победы-то сделали. Всем, короче. Вот это. В принципе, все можешь убрать. Конечно. Куда? Вот это возьмем. Прокат, конечно. Как говорится, вот это возьмем. И... Да покер, вот это возьмем. Сука, ты не стесняешь, что я его сделаю. Тоже не знаю, что вы спросите. Что приказать? Давай сразу. Ань с вами. Дрейн, конфликт. Пинзит, навит с вами. Положи это яблоко себе на голову. Ну, видно, тупой какой. Это фейс, пал. У тебя фейс. Я понял, что это. Врата открыты. Нифига себе! Нихера себе! По себе влюбил! Ля, я короче... А, вот что! А, нет, это, наверное, рывок все-таки это... Знаете что? Похуй. Я с этим справлюсь. Типа тебе даун. Как может быть таким даун? Как?
пиздец, дебил. Это ж надо быть таким даунером. Просто тупым даунером. Я с этим справлюсь. Это ж возвращалка, я знаю. Удивил прям, как удивил. Что приказать? О, нифига себе, сколько он стоит. Да ладно, вторая. Иди сюда и сражайся, трус! Рвет меня как хочет. А все, короче, не приклеили. Я с этим справлюсь. Да. Называется поменял Абдуличка на какого-то паладина. Опа. К слову, скоро у нас-то новый этот Накстрамас. Первый, помните его? Помните? Орлина учит послушать. Дубрикан, один из сильнейших паучьих повелителей. Скоро я по 700 не накоплю. Удачи тебе, незваный гость. И будет у меня уже лотхеп, который нормальный. Изрыгатель слезы, топовые вот эти две легенды и рарка. И потом, может быть, когда я накоплю около 400-300 баксов, 400-500 баксов, мы с вами немножко откроем на классических наборов. Что-то мне так захотелось. Что-то. И, нет, на аренку с вами поиграю. Это такое дело, вы знаете. Ну, может, не знаете. Вряд ли вообще кто не играет, в принципе. Кто из наших подписчиков. Если что, качайте, присоединяйтесь. Вот мой батлтек. Всем пока, удачи, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки.